Сегодня будет посложнее и, не знаю, пободрее, надеюсь, чем в прошлый раз. Посмотрим. Для начала системы запуска. Я даже не знаю, система управления процессами, что ли, система запуска системы. Посмотрим две. Это Upstart для Ubuntu 14.04, но похоже, что 16.04 она будет заменена на другую, а конкретно на SystemD, которая уже применяется в CentOS 7. То есть это такая новая стандартная система запуска. А в Upstart конфигурационные файлы находятся в директории etc/init. И мы видим, что их тут довольно много всяких. Есть знакомые названия, типа cron или ssh, ssh-conf. Давайте посмотрим содержимое, например, ssh-conf. Собственно, здесь описание названия, вот description, да, нашего сервиса. На каких уровнях запуска запускаться, да, start, on, run, level. На каких останавливаться. Например, указанный respawn, это значит, что в случае, если сервис упал, да, то его надо перезапустить. Umask, с какими правами запускать и так далее. Да, какой-то набор команд для запуска. Как посмотреть статус сервиса в Upstart? Есть отдельно команда status. Status SSH, например. Мы видим, что сервис запущен. И какой у него идентификатор? 875. Проверить, действительно ли существует такой процесс с таким идентификатором, можно с помощью К. Посмотрев список процессов и грепнув по идентификатору. Да, и мы вот нашли процесс с этим идентификатором, и это SSHD. Да, то есть тот самый демон SSH. Как у нас обстоят дела в SystemD? Да, если материал такой, я считаю, чуть-чуть посложнее, поэтому если будут какие-то вопросы, вы не стесняйтесь, задавайте их. SystemD совсем другая система. Можешь, например, в той самой директории etc/init D ничего нет. Фактически даже директории такой нет. Все находится в других местах. В CentOS и Red Hat системах информация об том, что и когда запускать, на каких уровнях запуска находится в соответствующих директориях. Директории расположены в директории rcd и соответствуют уровням запуска. Да? То есть мы видим вот 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Например, можем посмотреть содержимое там, директории, соответствующей третьему уровню. Что мы здесь видим? Да? Мы здесь видим симлинки. Во-первых, понять, что это симлинк, мы можем по букве L в начале строки. А во-вторых, что прямо показано, да, стрелочкой, что на что указывает. Соответственно, вот эти вот в названии симлинка есть определенная информация. Во-первых, есть буквы, да, то есть, допустим, здесь K, и потом номер. K это kill.
То есть при переходе на данный уровень нужно этот процесс убить, да, NetConsole, и запустить сеть, да, S, то есть старт. 10 это порядок, да? Если у нас есть набор таких симлинков, то они будут выполнены в определенном порядке, в зависимости от приоритета указанного. Вот. Что же касается самих процессов, то для управления всеми процессами и вообще для полностью у нас используется утилита SystemCTL. Ну, System Control. Чтобы посмотреть статус, используется параметр статус. Здесь, хотя сама команда как бы длиннее, да, то есть тут SystemCTL, статус, то все. Но зато информации больше. Мы видим описание процесса, мы видим состояние, да, то есть загружен, где он где расположен файл с описанием. Enabled. Enabled это значит, что включена автозагрузка. Да, то есть при старте системы оно запустится. Состояние активное, running, да, то есть сейчас работает, когда было запущено, 7 минут назад. Идентификатор основной, C-группа и часть лога процесса. Да, то есть мы, например, можем сразу увидеть, на каком порту запущено, да, что на порту 22 запущено. И что принят пароль для рута с такого-то айпишника, что кто-то подключился к системе. То есть гораздо больше информации полезной. Вернемся к нашему апстарту. В апстарте нет как бы главной утилиты, что ли, в плане записи команд. Да? То есть для каждой из задач есть своя команда. Мы видели уже команду статус. Да, опять же, здесь тоже видно, что крон сейчас запущен. Можем остановить крон, процесс крона, стоп крон. Опять же, стоп waiting, да, изменился состояние. Если мы снова посмотрим статус, мы и получим нужен то же самое. Запустить. На мой взгляд, довольно удобно на самом деле. Мне нравится больше, чем каждый раз писать SystemCTL, там start, SystemCTL, stop. Но кому как. Итак, не запутались еще. Возвращаемся снова к SystemCTL. Давайте посмотрим информацию по процессу. С помощью команды PXPS, ну, видимо, процесс. Вот. Видим, что тут идентификатор 616. Если посмотрим статус. То видим, что да, здесь тоже 616. Давайте остановим точно так же. И снова посмотрим статус. Мы видим, что состояние изменилось с active на inactive. Опять же, когда это произошло. И видим информацию о предыдущем процессе, да, до того, как он остановился. Мы можем видеть, что раньше был пит 616. Вот, и видим, что вышел, и статус 0, то есть успешно все случилось. И опять же кусок лога видим, где все это останавливается.
Давайте снова запустим. Статус. Самое интересное, что можно видеть, это что изменился идентификатор. То есть при каждом после при запуске процесса после предыдущей остановки он всегда запускается каким-нибудь новым идентификатором. Да, система присваивает. Если мы сделаем перезапуск, то у нас новый идентификатор изменится. Потому что фактически перезапуск – это остановка и последующий запуск процесса. Если мы хотим сделать так, чтобы наш процесс не запускался при старте системы, а чтобы мы могли только его вручную запускать, нам нужно, грубо говоря, выключить, да, его. Disable. Да. И фактически у нас удалился некий симлинк. Да, и, ну, то есть здесь довольно легко управлять вот этим запуском. Да, автозагрузка, включать, выключать. И мы видим, что здесь у нас изменилось вот здесь. Да? То есть было enabled, стало disabled. Давайте снова включим. Ну, тестировать, наверное, не будем. Перезапускать машину. Вы мне поверите на слово. Вот создался, да, симлинк. Откуда куда? Да, то есть у нас есть некая системная папка, где лежат файлы с описанием сервисов. И чтобы нам их включить на определенном уровне загрузки, мы делаем симлинк. В данном случае в папку multi-user target wants. То есть это когда у нас произойдет переход в многопользовательский режим, у нас запустится Chrome. Соответственно, чтобы посмотреть уровень загрузки в systemd, можем посмотреть директорию systemd system. У нас есть набор этих вонцов, что ли. Ну, детально я не буду углубляться в System D сейчас. На самом деле, потому что я просто сам не помню. У нас есть, например, мультиюзер, да, многопользовательский уровень. У нас есть базовый уровень. У нас есть так. И каждая из этих директорий содержит симлинки на определенные сервисы, которые будут загружены на определенном уровне. Upstart. Как нам сделать так, чтобы сервис не запускался при загрузке? Нам нужно переопределить файл с описанием сервиса. У нас тут есть файл cron.conf. Мы же создадим файл cron.override, в котором будет одно слово manual. То есть вручную, да, что мы ему скажем, что нужно использовать вот эти вот настройки вместо системных, и что мы будем вручную запускать. Вот, соответственно, после перезагрузки нужно будет вручную, да, кран запускать. Хотите проверить?
видите, процесс установлен. Соответственно, чтобы снова включить автозагрузку, нам нужно удалить этот файл. Вот такая кратенькая справка по запуску, остановке процессов получения статуса, да, включение, выключение автозагрузки. Как я уже говорил, что Upstart, он был разработан компанией, которая занимается разработкой Ubuntu. Ну, можно сказать, для себя, хотя и открытая вещь, но никто, по-моему, так его и не подхватил. И параллельно разрабатывался SystemD, который стал стандартом, который уже используется во многих операционках, и в частности в Debian 8, в CentOS 7, да, таких центральных дистрибутивах, и в новой версии Ubuntu с длительной поддержкой 16.04, которая грядет, тоже будет SystemD. Поэтому это было так, для общей информации. Окей, едем дальше. Управление пользователями. Мы уже на прошлом занятии говорили про это, про создание пользователей, про создание групп. Но давайте еще раз вернемся к этому. Соответственно, как вы помните, информация о пользователях находится в файле etc/passwd. Что здесь есть? Да, есть имя пользователя. Есть его идентификатор UID, есть идентификатор группы по умолчанию GUID, есть имя пользователя. Здесь, по идее, у нас идет всякая дополнительная информация, как то, например, полное имя пользователя, да, вот как здесь. Дальше у нас идет домашняя директория пользователя и путь к оболочки по умолчанию. По умолчанию используется binbash, например, для нового пользователя. Но здесь кое-чего не хватает. Но чего же не хватает? Точно, здесь не хватает пароля, но везде стоит просто X. Соответственно, существует для этого отдельный файл etc/shadow. И вот здесь уже хранятся пароли в зашифрованном виде. Вот такая вот штука. Соответственно, на какие блоки разбито... Ну, это хэш, да, это называется хэш пароля. Во-первых, вот разделитель — это знак доллар. Первый элемент нам говорит о алгоритме, с помощью которого создавался хэш. Я точно не помню соответствие цифр и алгоритмов, но как бы по умолчанию вот шестерочка идет. Нет, это точно не MD5. MD5 использовался когда-то раньше, но MD5 нынче не безопасен и вообще это какой-то более сложный. Потом идет соль, если я не ошибаюсь, да, опять же случайно сгенерированный. И вот сам хэш пароля. По хэшу пароля, например, мы не можем понять, насколько сложный сам по себе пароль, да? Потому что и для короткого, и для длинного пароля будет сгенерирован вот такой вот огромный хэш. Да? Там может быть единичка пароля, может быть там суперсложный, там, из 20 символов состоящий. Соответственно, зачем нужен shadow? То есть для ряда каких-то операций системе нужно читать данные о пользователе, его идентификатор и так далее. И это могут делать в том числе программы с непривилегированными пользователями. Видите, есть доступ на чтение.
всех, всех есть доступное чтение. Файл Shadow, он жестко закрыт, то есть на запись имеет права только root, а на чтение только процесс, состоящий в группе Shadow. Ну, такой просто способ обезопасить пароли. Да, они хранятся в более безопасном месте. Соответственно, мы можем и будем сегодня создавать пользователя. То есть пользователя можно создать, просто добавив запись в файл PSD. Какие есть еще файлы, связанные с управлением пользователями? Например, есть файл etc/bashrc. Это некий файл. У каждого пользователя, как мы говорили, есть свои скрытые файлы bashrc, например, которые ему копируются в директорию пользователя из директории etc/scale. Но есть и общесистемные аналоги этих файлов, которые позволяют, например, если вам нужно что-то, чтобы действовало на всех пользователей в системе, вы можете добавить их сюда. Да, какие-то полезные скрипты и так далее, команды. И также есть, соответственно, директория scale, про которую я говорил. Да, так не видно. В которой содержатся те самые файлы, которые копируются в директории пользователя при создании пользователя. И тут, конечно, может быть много файлов, если вы хотите сразу при создании пользователя складывать какие-то еще дополнительные файлы. Но желательно, чтобы они были, конечно, небольшими, чтобы процесс как бы был быстрым. Как мы видели, да, есть аналог, общесистемный аналог файла bashrc, и также есть общесистемный аналог файла profile. В котором тоже есть, например, здесь описывается приглашение командной строки, да, как оно будет выглядеть у пользователя. Мы в прошлый раз уже это делали. Если не скопировать файл .profile директории пользователя, то у него будет просто приглашение, состоящее из одного символа, да, символа доллара. Здесь же есть описание. И так далее. Ну, тут содержатся настройки, которые применяются, когда пользователь логинится, да, в систему. То есть, если в файле bashrc содержатся какие-то скрипты, которые, ну, вы можете использовать как-то в случае интерактивной, как-то интерактивной оболочки. А profile, как я понял, в случае неинтерактивной оболочки. Неинтерактивная оболочка — это, допустим, когда вы скрипты запускаете, да? То есть вы указываете интерпретатор, это не интерактивная оболочка. То есть там, где вы сами ничего не делаете. Как мы можем создать полностью вручную пользователя? Да? Неплохо бы знать этот процесс, просто чтобы понимать, что происходит при создании пользователя. Или это может пригодиться, если вы, ну, в системе произошел какой-то сбой, стандартный там... стандартная утилита, например, useRed отсутствует или она сломалась, а вам нужно пользователя создать. Соответственно, чтобы отредактировать файл, вы можете PSD использовать любой редактор, либо есть прямо быстрая команда vpv. Давайте создадим какой-нибудь пользователя testUser. Можем взять какого-нибудь уже существующего пользователя, скопировать информацию о нем, но скорректировать. Будет какой-нибудь test-user. Здесь нам нужно изменить
имя пользователя. Нужно изменить PID, то есть идентификаторы должны быть уникальными. Сделаем 1001. Здесь просто имя пользователя. Окей, мы сделали, занесли информацию о пользователе в файл PSVD, создадим соответствующую ему группу. Тест юзер группа с идентификатором 1001. Группу создали. Теперь нам нужно создать домашнюю директорию. Окей, создали. Надо скопировать файлы из директории scale. Что-то я на этом затыкаюсь и не знаю почему. А я помню, что директорию создать сделал. Давайте вот так вот попробуем. Да? Отлично, так вот скопировалось, да, что мы указали, что файл начинается с точки и все файлы в директории. Соответственно, теперь нужно... Да, да. Поэтому нам нужна и домашняя директория, да, сейчас от рута. Нам нужно поменять владельца и группу. Поэтому мы можем сделать с помощью команды chown, чтобы сделать это рекурсивно, то есть полностью все внутреннее, для всех внутренних директорий файлов. User. Видно, что вот, владелец группа задана. И осталось задать пароль. Нет, это я что-то не то нашел. Окей. И теперь можем проверить, можем ли мы зайти под этим пользователем. Окей, зашли. Давайте не так. Вот так, вот из-под непривилегированного пользователя. И вот он нас спрашивает пароль, мы даем ему пароль и становимся этим пользователем. Да. Вот, то есть мы полностью вручную создали пользователя. Окей. Давайте поработаем из-под того пользователя. Когда, если мы работаем от имени суперпользователя, от рута, мы можем вносить свободные изменения в файл там, svd, чтобы изменить какие-то параметры пользователя. А если мы работаем под собой, у нас нет доступа к руту, и мы хотим поменять какие-то свои значения о себе, информацию о себе, мы можем использовать ряд команд.
Например, мы можем изменить полное имя пользователя. Да, давайте посмотрим. Это то, что у нас было. Команда fn, да, change full name. У нас просит пароль. И вот мы задаем. Правда, почему-то room number. Фиг не знает почему. Даже больше, да? То есть мы можем задать ряд параметров. А если так... Вот изменилась информация. Правда, room number. Какая-то странная команда. Да, ладно. Можно, кстати, напрямую, да, то есть задать сразу. Ну, давай попробуем. Где я? Нет, кстати. Чего? Тоже можно, да, но давайте попробуем с помощью этой же команды. Так. Пароль. Options login. Там пробел не надо экранировать. Давай попробуем, да. Да. Я думаю, что ты прав. Ну нет. Используй суда. Ну, суда каждый дурак имеет. Ну вот как-то вот так нет, да. Но room number и там work phone и home phone мы, видимо, можем свободно применить. Окей, что у нас еще есть? Также мы можем поменять себе оболочку, например. Ну, оболочку, с которой мы будем загружаться. У нас есть обычно в системе некий набор оболочек. Стандартная bash. Но есть и другие. Ладно, я понял. Давайте посмотрим. Меня пытаются обмануть. Не юзер, да, это я вступил. Вот, да, то есть у нас есть по умолчанию, по крайней мере, bash и dash. А dash я узнал буквально сегодня, это, ну, грубо говоря, замена sh. Да, вот мы видим bin sh. Это самлинк на dash. Dash такая маленькая оболочка, легкая, но достаточно функциональная. Да? То есть менее функциональная, чем bash, но, как мы видим, она легче фактически в 10 раз. Да? И если вам нужно запускать скрипты и при этом потреблять поменьше памяти, побыстрее работать, то, возможно, стоит использовать там bin dash или bin sh. Так, вернемся к тест-юзеру. Да, то есть можем все-таки посмотреть. И мы хотим заменить оболочку. Делаем чу-шу.
Да, вот мы поменяли бинтаж. И видим, что в файле PSVD у нас изменился путь до оболочки. И вот у нас изменилась оболочка, да, то есть нам нужно было выйти, зайти. Как узнать, какая у нас оболочка сейчас? Мы можем посмотреть, например, переменное окружение. Да, вот bin-dash. Чтобы обратно поменять... Вот наш bash. Как поменять пароль, мы уже знаем, да, команда PSVD. Она позволяет поменять пароль для текущего пользователя. Root же может с помощью нее поменять пароль любому пользователю, указав его там в ID. Но пользователь сам себе может. Но он у вас просит предыдущий пароль. Видимо, при создании системы как бы я создал себе пароль атак. Есть базовые настройки безопасности. То есть там пароль должен быть какой-то минимальной длины, с какими-то параметрами. Все это проверяется. Чтобы пользователь не использовал пароль единичка. Но root, видимо, может, грубо говоря. И в моей практике был случай, когда у пользователя root был пароль root. Естественно, его сервер оставался невзломанным довольно недолго. Итак. Где можно посмотреть эти политики по паролям, а не где-нибудь? Где-то указано, но честно, я не помню. Где-то в директории Etsy. В Etsy, да, где-то есть, по-моему. Где-то есть где-то в директории Etsy. Хороший вопрос, кстати, но вот не помню. Так. Что если мы хотим создать некого пользователя, от которого, допустим, мы будем запускать процесс или как-то использовать, но для безопасности нам не нужно, чтобы он подключался. Да? То есть такой системный внутренний пользователь. Коих полно в системе. Да, там mail, например, какой-то news, list, IRC, backup, nobody. Нам нужно, чтобы они существовали, но нам не нужно, чтобы кто-то мог подключиться к системе под этим пользователем. Для этого у нас используются специальные, ну, не знаю, как псевдооболочки, что ли, не знаю, как это обозвать. Есть users bin no login. И есть bin false. Соответственно, мы можем, например, можем заблокировать пользователю доступ к серверу, не удаляя его. Ну, то есть просто поменяв ему оболочку на одну из этих. Чем они отличаются? Но логин не дает пользователю вообще никак работать в системе. Да? То есть ни удаленно подключиться, ни локально. Залогиниться тоже нельзя, да, то есть если вы уже подключены к серверу, вы пытаетесь зайти под этим пользователем, у вас не получится, да, если ему установлена оболочка no login. Можно даже ради интереса попробовать. Да, он говорит, аккаунт сейчас недоступен. Да? То есть мы, уже подключившись к серверу, не можем никак зайти под этим пользователем. Если же использовать bin
False. То локально мы сможем зайти под этим пользователем, но по SSH подключиться не сможем. Соединение закрыто. Мы вроде как бы подключились, но нас выкинули. Да, вроде. Вот такие штуки есть. Это то, что я хотел рассказать про... финальные, что ли, штрихи про пользователей и управление какими-то параметрами. Да? То есть у пользователя за счет ряда команд есть возможность самостоятельно менять информацию о себе. А у пользователя root есть возможность там управлять уровнем доступа, да, к системе. Окей. Теперь поговорим о процессе. Соответственно, каждая там программа, запущенная в системе, это какой-то отдельный процесс. Процессы могут запускаться во время загрузки системы, быть какими-то системными, да, ну, общесистемными, и от которых зависит вообще работоспособность операционной системы. Либо это могут быть процессы, запущенные либо от имени пользователя конкретного, либо самим пользователем. Вообще есть такая стандартная удобная утилита, чтобы посмотреть информацию о системе и о процессах. Называется она TOP. И мы видим, да, тут можно сортировать по разным столбцам, по умолчанию сортируется по нагрузке на процесс. И мы видим по умолчанию, допустим, процесс с идентификатором 1, это всегда процесс init. Это такой базовый родитель, от которого наследуются все процессы. Да? У нас процессы выстроены в иерархическую структуру, и, соответственно, корнем является процесс init. Также мы видим, да, владельца процесса, идентификатор процесса. Да, видно, вот есть там 3W-дата, приоритет процесса. Есть общая информация в системе, которая вынесена в заголовок, текущее время, количество подключенных пользователей, средняя нагрузка, количество всего запущенных процессов на 112, количество исполняемых, количество спящих, остановленных процессов зомби, нагрузка, потребление памяти оперативной и слопа. Соответственно, какие приоритеты бывают? Тут какие-то странные приоритеты есть. По идее, 20 – это наименьший приоритет. Минус 20 – это наибольший приоритет. Людям зачастую сложно запомнить, какой приоритет больше, какой меньше, да, потому что как бы все наоборот. То есть по-человечески, чем больше цифры, тем выше приоритет. Есть хорошая аналогия, которую лично мне ее кто-то рассказал, и мне это помогло хорошо запомнить. Чем человек легче, тем он быстрее бежит. Да, то есть такой спортивный, легенький человек бежит быстро, а не спортивный, толстый, весом под 150 кг, бежит определенно медленнее, чем тот, который худой. И здесь то же самое. Да, то есть чем меньше процесс, тем чем он более худой, приоритет, тем процесс бежит быстрее. Да? Вообще диапазон от 20 до минус 19, по идее. Так, про процесс init мы уже поговорили, но, наверное, мы еще немного к нему вернемся. Выйти из топа – это клавиша Q.
Соответственно, существуют аналоги утилиты top. То есть top есть в любой системе, она по умолчанию в Linux. Есть аналоги, которые нужно устанавливать. Самые распространенные htop и atop. Они, ну, их задача, скажем так, улучшить утилиту top, да, сделать более наглядным, красивым, удобным и так далее. Да, то есть здесь мы видим как-то пользовательский интерфейс, приближенный к графическому. И, может быть, более расширенная, да, слегка информация можно получить. А, изучением мы не будем здесь заниматься, да, это вы можете сделать самостоятельно. А топ чуть более такой лаконичный, но, на мой взгляд, он показывает больше информации на системе, о системе. Да. Здесь есть информация о нагрузке на жесткий диск, есть информация о нагрузке на сеть. А, если у вас несколько ядер, у вас будет показана информация по ядрам. И так далее. В чем. Кому-то нравится HTOP, кому-то ATOP. ATOP есть, что называется, killer feature, которая делает его очень крутой штукой. Это немножко шаг в сторону от сегодняшнего занятия. Она позволяет записывать состояние системы в файл, в бинарный лог с определенной периодичностью, которую вы зададите. А по умолчанию обычно это минут 10. С каждые 10 минут делается снимок системы, сохраняется в лог, и вы можете потом с помощью этой утилиты посмотреть историю. Да? Вы можете двигаться по времени вперед-назад и можете посмотреть, что у вас, какая ситуация на сервере была там, не знаю, ночью, когда вы спали. Чем это удобно? Если у вас там периодически падает сервер, и вы не знаете из-за чего, можете сделать относительно частую запись, допустим, раз в минуту в этот лог, и посмотреть, какая была ситуация вот прямо перед падением, например. По умолчанию, когда вы ее ставите, по-моему, она включается и раз в 10 минут пишет. Но если нужно чаще, да, нужно вносить изменения. С помощью какой программы мы можем посмотреть, какие у нас процессы запущены. Это утилита PS. По умолчанию она показывает, если без параметров, она показывает процессы, запущенные от имени этого пользователя. Да? То есть мы видим, что это SU, BASH и PS. Если нам нужна более детальная информация, есть такое стандартное сочетание, что ли, параметров, их несколько, но самый, наверное, расхожий это PS-AUX, да, где уже мы видим гораздо больше информации. Мы видим владельца, идентификатор, то есть, ну, практически та же информация, что и в топе, только мгновенный такой снимок, скажем так. И может быть чуть более расширенная информация по процессам вместе со всеми параметрами. Да, и тут видны процессы всех пользователей. В топе вы видите отсортированные, да, то есть на экран вылазит все-таки ограниченное количество процессов. Здесь мы видим полностью все. Также мы можем посмотреть информацию, например, кто от кого, ну, грубо говоря, родился. Да. Например, возьмем там SSH. Да, видите, целый набор процессов. У нас есть некий демон SSH, который был родителем которого является init. Соответственно, дальше был запущен дочерний процесс от имени пользователя, с которым мы подключались. Была создана виртуальная консоль, в которой был запущен bash, в котором был запущен SU, и был запущен следующий bash уже с другими правилами, да, то есть с рутовыми, в котором был запущен утилитка. Да.
Или видим вот наш PHP-FPM, у нас есть мастер-процесс, которого наследуют все остальные. То же самое Nginx. По-моему, есть такая утилита PS3. Которая просто показывает именно структуру процессов без дополнительной информации. Тут, конечно, тоже там у нее есть целый набор параметров, но вот она показывает, например, наш путь на DPS3, скажем так. Такой выстраивает процессы в древовидную структуру. Если нам нужно просто узнать идентификатор процесса, мы можем, конечно, сами посмотреть, но что делать, если нам нужно выстроить конвейер, да, в котором указать процесс? Есть pgrep, да, то есть процесс grep. Например, да, можем просто идентификатор получить. И упомяну, что у каждого процесс есть набор идентификаторов, то есть есть PID, процесс идентификатор, есть, например, PID, да, это parent процесс идентификатор, то есть идентификатор процесса родителей. Что если мы хотим вручную, то есть нет, например, скрипта инициализации у процесса, да, мы не можем сделать там стоп. Но нам нужно убить процесс, да, остановить, например. Есть утилита kill. Убить. Kill какой-нибудь, давайте найдем, не знаю, тот же кроновский идентификатор. И мы видим, что у нас изменился идентификатор. Да? Потому что по умолчанию, кстати говоря, крон у нас поддерживается апстартом, да, то есть если процесс вдруг резко умер, то он будет перезапущен автоматически. Давайте попробуем что-нибудь другое убить. Да. Там не disable, там есть параметр respawn. Да, вот. Вот respawn. Да, то есть мы можем, в общем-то, отредактировать этот файл, и оно не будет респауниться. Либо давайте возьмем какой-нибудь, не знаю, здесь тоже есть. Давайте попробуем. Удалить эту фигню. Окей, у нас уже есть идентификатор. Все равно. По идее, kill, оно по умолчанию у нас отправляет. Да, да, возможно, сейчас. Давай посмотрим. Видишь, он перезапустился. По идее, kill у нас отправляет сигнал на остановку процесса. Kill. Да, да, да. Сейчас я это сделал, конечно. Но по идее, вообще утилита kill, хотя у нее говорящее название, но убить. Но это утилита для передачи сигналов процессам. То есть есть. И по умолчанию отправляется сигнал
термин, да, то есть остановить процесс нормальным способом, да, грубо говоря, что утилита она закрывает, сохраняет данные, там постепенно закрывается. Однако мы можем отправить жесткий сигнал, это сигнал, собственно, kill. Kill. Да. И, короче, что-то его перезапускает, да. Хотя, кстати, смотри, мастер процесса-то нет. Да, ты... фактически все-таки утилита, ну вот, мы кильнули, да, один процесс. То есть мы его убили совсем по-жесткому. Это стоит использовать, если вам реально нужно по-жесткому убить, просто взять и исчезнуть процесс. Потому что если там идут какие-то внутренние процессы, они будут не завершены. И потом у вас могут возникнуть какие-то сложности после, когда вы захотите запустить. Ну да, к примеру. Таких сигналов, в принципе, много, и каждому сигналу соответствует цифра. Например, сигналу терн соответствует цифра 15, а сигналу kill 9. Да, то есть распространенная эта команда kill минус 9, например. Да, то есть процесса с таким идентификатором больше нет. Да, вот он здесь. Есть команда на перезапуск. Я даже не знаю для чего. Давайте Nginx, да, найду. Фактически мастер-процесс, кстати, не изменился, да, но он перезапустил свои дочерние процессы. По идее, мы просто посылаем сигнал программе. И чтобы как-то на это реагировать, программа должна уметь на это реагировать, то есть об этом должен позаботиться программист. По идее, программа может вообще игнорировать эти все процессы, ну, сигналы. Но это плохо, да, потому что ну, это позволяет взаимодействовать как-то с системе и программе, и там, программам с друг с другом. Чтобы посмотреть полностью список сигналов, kill-l. И вот тут целый набор. И видите, мы использовали сокращенные названия сигналов. Он полностью сик, да, начинается. То есть сигнал такой. И самый распространенный это вот hub. Kill, turn. И есть еще юзерские сигналы. Вот, допустим, sig user 1, да, бывает sig user 2. Это сигналы, которые, описания которых, в принципе, нет. И то есть любая программа, она вольна реагировать на эти сигналы как-то по-своему. Например, Apache использует, по-моему, сигнал как раз sig user 1 для релода, да, то есть для того, чтобы перечитать конфигурационные файлы и перезапустить это все. Что у нас еще есть, да? У нас есть те самые приоритеты. Здесь что-то не видать, да, приоритета. Где-то там была такая классная. AXJF.
здесь тоже не видно. Как, кстати, посмотреть приоритет процесса? Допустим, SSH, да, 20. А, вот, Jinx. Jinx 20. Окей. Давайте изменим приоритет процесса. С помощью команды renice. Ну, это вот. Указываем приоритет. И идентификатор процесса. Старый приоритет 0, новый приоритет 10. 0 это приоритет, с которым по умолчанию запускаются команды. Ну, программы. То есть такой, ну, отсутствие приоритета фактически. 10 мы ему понизили приоритет. Равно здесь не видно. Как посмотреть приоритет процесса? Используй H2, используй push R6 и там хорошо даже. Sort by приоритет типа. Вот, да, вот, например. А внизу видно, оказывается, столбец NI, да, nice, видим, приоритет. 10, да, мы взяли, понизили ему приоритет. То есть он в случае выбора, кому сейчас отдавать ресурсы, система как бы будет его понижать, да, в сравнении. Точно так же, если нам надо, то мы можем сразу запустить процесс с нужным приоритетом с помощью команды nice. Минус n, там, не знаю, 20. Нет, здесь нет. Давайте повторим наш хитрый путь. Да, вот ваш приоритет 19. Да? То есть, если мы знаем, что мы хотим запустить какую-то программу, которая гарантированно будет нагружать наш сервер, но нам нужно, чтобы она отработала, но у нас нет там цели получить результат там быстро, нам нужно лишь бы все работало и сервер не упал из-за повышенной нагрузки. Можем сразу с низким приоритетом запустить процесс, просто мы подождем подольше, но система отработает. Ну, собственно, как оказалось, и все. Я думал, что будет опять же дольше. Оно вообще, по-моему, очень быстро. За час справились. Вот такие дела. Если есть вопросы по сегодняшним темам. Когда я рассказывал про пароли, я вспомнил одну замечательную гриппу, которая называется Джон Риппер. Как? Джон Риппер. Джон Риппер. Ты можешь установить ее, запустить это, да, и посмотреть человекообразном виде хэшевого пароля. Что значит человекообразный? Попробуй. Она есть стандартный репозиторий? Нет, ее никто не хочет ставить. Ну, тогда мы забьем, пожалуй. То есть она как бы... Она как бы берет и перебирает его. Ну, перебирает. Не запускай ее труда на... Продакшн сервер. Будет неловко. То есть она начинает по какому-то словарю перебирать пароли. Или не по словарю, или брутфорс. Что-то
Но теоретически, конечно, мы можем забрутфорсить. Ну, то есть вскрыть пароль. Но удален... Все пароли, которые я считал надежными, оказались совсем ненадежными. Надо, кстати, потестить. Да. Джон, да? Джох. Е-о-хн. Йохн. Да. А локально, конечно, перебирать, я думаю, гораздо быстрее, потому что удаленно все-таки это тяжеловато. Хотя меня всегда удивляло, дальше, ну, уже в конце, да, можно поговорить. А, меня всегда удивляло, что как только вы вешаете сервак на какой-нибудь внешний айпишник, и у вас сразу же начинается перебор. Ну, понятно, почему, да, но фактически, получается, в интернете есть злонамеренные системы, которые готовы перебирать пароли на любом IP, из существующих IP-шников. Да, их много. Нет, они, собственно, пытаются заразить ваш компьютер. Да, это робот, естественно. Вопросы по сегодняшнему есть? Да, вот мы смотрели в этих системах запуска в старте систем D, вот процесс выключения из автозагрузки, например, программы. Вот что, например, это примерно алгоритм, если у меня на свою программу, что у нас запускалась при старте. У меня нет стандартных конфигов, вот, примерно, надо что писать. Собственно, нужно создать этот самый скрипт запуска. Да? То есть вам нужно изучить описание языка, да, вот этой системы и написать. Если классический какой-то инициализационный скрипт, да, вот в SystemV, да, SysFive, было довольно сложно написать, то есть там целый такой код на баше, то вот в этих системах все-таки довольно просто, да. Да, то есть это вообще супер простой скрипт. Да. Да, самый простой способ подглядеть, конечно. Да? То есть вот здесь фактически у нас описание, автор, с автором можно даже не указывать. На каких уровнях стартовать, опять же, это можно скопировать. Да? То есть вот один в один. Некий престартовый скрипт, если он вам нужен. И для старта вот exec. И путь до вашей программы с нужными параметрами. Все. А после этого вы можете стартовать. Это в апстарте. Да, в апстарте довольно все просто. Давайте посмотрим что-нибудь здесь. В SystemD чуть более сложное, по-моему, описание. Но сейчас, ну и то не глобально, ну чуть-чуть посложнее. Но сейчас стоит ориентироваться исключительно на SystemD. Ну, конечно, если вы не знаете, что у вас там сервер с Ubuntu 14.04 будет еще 3 года работать, да, конечно, да. А так, здесь опять же описание. То есть есть здесь блоки определенные. Описание. Опять же, куда... Сейчас конфиг какой-то файл, environment файл. Что запускать, с какими параметрами есть, видимо, какие-то... То есть здесь придется больше поизучать. То есть есть стандартные переменные, preload, да, queue, тут вообще используется утилита queue, hop и переменная, соответствующая пиду. Что сделать автор? Ну, это зависимости, да, то есть, что запусти, что вот эти вот сервисы нужно запускать уже после того, как запустится вот этот, например, там взаимосвязи. Но, что касается SystemD, это тема отдельного занятия. Более детально у нас есть на нашем канале YouTube, на YouTube есть про SystemD. Я предлагаю провести новое занятие по SystemD в апреле 2016. Типа через год. Да. Выйдет в прод новая версия. Всем будет интересно.
Да, можно после следующего бунта сделать занятие. Возможно, да, то есть так как я иду по курсу лекции определенному, может быть, там будет в процессе где-то еще про систем D. Ну, либо мы потом... Мне на самом деле самому интересно, потому что я не работал с ним особо. То можно сделать еще одно занятие. Еще вопрос? Есть? У меня вопрос с самого начала. Что такое C-группа? О, боже, я не помню. Суть в том, что это... Дерево, получается, на какой-то родительский процесс. Да. Здесь, видимо, не запущено. Cgroups — это псевдофайловая система, то есть это отражение как бы структуры ядра. Она позволяет более четко управлять ресурсами процессов и доступом и так далее. То есть вы можете что-то прочитать, чем-то похоже на прог. Да? То есть какие-то параметры вы можете только прочитать, какие-то вы можете установить. Например, так можно управлять какими-то параметрами, как бы то, ресурсами, выделяемыми виртуальными машинами, виртуальным машинам, например, при использовании КВМ. Четко, вот, честно, тоже у меня нет понимания, но вот смысл такой. Вероятно, да. То есть C-групп — это, ну, это чем-то похоже, опять же, на C-Linux, я тоже постоянно их путаю, хотя это совершенно разные вещи. Ну, это система, которая позволяет именно разграничивать ресурсы и управлять этим. Обычно, когда она используется у вас в корневой, в корне структуры каталогов, появляется каталог C-Groups, через который вы уже можете что-то делать.